В новогодние праздники транспорт Твери будет работать по особому графику. 31 декабря муниципальный транспорт будет работать по графику выходного дня. А в течение новогодних каникул муниципальный и коммерческий пассажирский транспорт города будет работать по специальному графику. С расписанием можно ознакомиться на официальном сайте МУП ПТП-1. 31 декабря мы работаем по рабочему дню. Выпуск будет с 5. И последний автобус-троллейбус заедет в 22:30. 1-2 января выпуск будет сокращенный. Начнем мы работать с 7 часов утра и закончим в 22:00. С 3 по 8 января автобусы и троллейбусы будут работать по графику выходного дня. На линии ежедневно будет 35 троллейбусов и 45 автобусов. С 9 января, соответственно, мы будем работать уже по рабочему дню.